Приветствую вас, друзья! Мы с вами повседневно сталкиваемся с товарами, производство которых так или иначе связано с нефтью или с ее компонентами. Нефть стали использовать еще 3000 лет до нашей эры на Ближнем Востоке. Люди тогда собирали ее там, где она самопроизвольно выходила на поверхность. А первая в мире нефтяная скважина современного типа появилась вот здесь, вблизи города Баку, в 1846 году. А знаете ли вы, где появилась первая нефтяная платформа в море? Так вот, она появилась в Азербайджане, в 40 километрах от Апшеронского полуострова. Это был 1949 год. И речь сегодня пойдет о уникальном проекте, которому нет аналогов во всем мире. Этот проект называется «Нефтяные камни». Как же появились эти нефтяные камни? Все начинается в 20-х годах прошлого столетия. Индустриализация идет полным ходом, и молодому Советскому Союзу нужно все большее количество топлива для все большего количества самолетов, автомобилей и тракторов. Вот тогда и обратили внимание на гряду скал в Каспийском море, в 40 километрах от берега. Но скал в Каспийском море немало, но именно эти обратили на себя внимание своим черным цветом, а также маслянистыми пятнами вокруг, что гипотетически указывало на наличие нефти, недр к земли под толщей воды. Но справедливо будет сказать, что бурить море предлагалось еще в конце 19 века. И одним из первых инициаторов был горный инженер Сгалиницкий, который в 1896 году отправил прошение в Бакинский горный департамент с просьбой разрешить ему начать бурение на искусственном острове в море, недалеко от Бибиябадской бухты. Просьбу его тогда отклонили, но признали, что нефть в море есть. Прошло почти 50 лет, и в 1946 году на Черные камни была организована большая экспедиция Академии наук Азербайджанской ССР. И именно она определила, что разлива нефти в том районе случайно. Под морским дном имеется большой нефтеносный слой. Через два года подготовительные работы были завершены, и 14 ноября 1948 года на Черные камни с буксира «Победа» высадилась группа нефтяников, ученых. Возглавлял эту группу бакинец Николай Байбаков, ставший буквально через месяц министром нефтяной промышленности СССР. В группу, кроме строителей и инженеров, также ходили известные нефтяники Сабит Оруджев, геолог Ага Курбан Алиев и специалист по буровым работам Юсиф Сяферов. Для проживания камням пригнали старый судно «Чванов», которые частично затопили, а в каютах этого судна устроили спальные и рабочие места. Уже летом 1949 года к бурению первой скважины все было готово. 24 августа
бригада Михаила Коверочкина приступила к работе. Бригада Коверочкина бурила днем и ночью, вне зависимости от погодных условий, на протяжении 3 месяцев. Тогда в СССР все приурочилось к каким-нибудь датам. И в этот раз им нужно было успешно завершить работы ко дню Октябрьской революции. И, несмотря на ужасные условия, им это удалось. 7 ноября скважина дала нефть с глубины 1000 метров. Когда работы на черных камнях пошли полным ходом, сюда пригнали еще несколько старых кораблей, которые также были затоплены на мелководье у камней. После этого остров называли «Остров 7 кораблей». Вторая скважина была пробурена в 1951 году, после чего нефтяные камни перевели из стадии разведки в стадии промышленной добычи нефти. Вначале нефтяные камни представляли из себя небольшую гряду и 2 небольших металлических искусственных острова из затопленных кораблей. И в 1952 году было принято решение о строительстве эстакады. Сначала ее строили на высоте 6-7 метров над уровнем воды. Но потом поняли, что этого недостаточно. При небольшом шторме, что на Каспийском море не редкость, эстакада заливала. 6-7 метров было нормально вблизи берега. Но надо учитывать, что нефтяные камни находятся на довольно-таки удаленном расстоянии от берега, и глубина там доходила до 10 метров. В ноябре 1957 года случился один из самых сильных штормов, приведший к человеческим жертвам. Сильный северный ветер начал дуть с утра, и через 2 часа он достиг скорости 40 км в секунду. Было отмечено 12 баллов по шкале Бофорта, это был максимум. В этот день было снесено 4 километра эстакад. Буровые, под которыми глубина воды составляла 10 и более метров, не устояли. Волна снесла их вместе с основанием. В результате погиб Михаил Коверочкин вместе со своей бригадой. Всего 22 человека. Сегодня на нефтяных камнях, где в 1949 году из воды едва выступал крошечный островок суши, вырос огромный остров из насыпного грунта и огражденный по периметру бетонными блоками. Сейчас ему не страшны никакие штормы. На нефтепромысле построено несколько 9-этажных домов с магазинами, кинотеатром и больницей. Самые первые скважины, пробуренные в 1949 году знаменитым мастером, героем социалистического труда, Михаилом Коверочкиным уже нет, она заглушена. Но стоит, и будет стоять камень, в честь 22 героев-нефтяников, погибших во время катастрофического шторма.